Всем приветик, мы с Русиком пришли в Angel Cake на обедик или завтрак, еще завтрак. Ланч. Вот, да, немножко на ППшечке, еще поснимем сейчас рекламку. То есть, знаете, такие мультифункциональные. На обедик, рекламку, да. Буду брать кофе, просто пить, а ты... Я сначала... уже снимаю. Блять, потом куда-нибудь заведи камеру. Сейчас. Сдвигать? Уже пора, давно было. Зарядить. Теперь я буду вести влоги все твои. Никак, он упадет. Боже, что ты, наверное, делал тут? Вот такой вот ПП-завтрак. Просто зелень. Руслана хуже, чем меня, даже представляете? Ой, хорошо, сидим. Всем привет, я пришел сегодня в студию. Распаковочку сделать чуть-чуть. Заказал вот новые, боже, как называется-то, весы. У нас были вот эти. Я решил, что это все слишком уродское. И заказал вот такие вот минималистичные, маленькие. Вот, ну тут больше ничего новенького. Мы покрасили пол, залили его. Теперь он стал немножко темнее, но зато более практичен. Вывески, направления Глеб с Русланом сделал. Такие вот, и вот такие. Вот, и сегодня мы еще будем красить комодик новенький в прихожку туда. Все вам покажу, расскажу. А, еще мы вот ковры постелили, чтобы более уютно было и не пачкалось более-менее. Короче, вот, пока так. Так, сейчас будем заделывать дырку в потолке. Как? Вопрос. Не знаю. Ну все, заделали. Топ. Сейчас снимать тортик будет тут. Так, ну все, везде прицепили. Вот. Ой, вот мы. Вход, конечно, пиздец. Хочется ремонт самому сделать. Ну, там еще на лестнице сделали. Вот там на стене, за поворотом. Теперь точно нас найдете. Еще обсудим то, что у меня вчера сломалась зарядка для... Нет, у меня моя прическа, просто Элвис Пресли. Тетка такая. Ну, я записался 9 мая стричься, либо 8, уже не помню. В общем, сломалась зарядка. Комп сел. Хотел завтра влог выставить. Придется что-то придумать. Новая стоит 7 тысяч. 7 тысяч за провод. Пиздец. Придется покупать, я не знаю, что делать. Я покупил в Америке, потому что они там дешевые. Ну, как бы месяц без ноутбука я не проживу. Круто. Такие вот новости к этому часу. Сейчас у нас будет корпоратив. А я домой. Дырку заделали. Свечки снял Гарри Поттерский. Новый год закончился. Ну и все. А, кстати, смотрите. Покрасили пол в прихожке. Красиво стало. Тут стенку тоже перекрасили. Помните, показывал, что убоку было? Вот. Тут еще все это закончим. Дверь тоже покрасили теперь как-то. Ну, на видео ужасно, но в жизни посимпатичнее, если честно. Вот. А больше никаких новинок и нету. Все по-прежнему. Все, короче, сейчас пойду домой. Мне нужно отправить сертификат еще будет. Через Яндекс. И все. Буду, блядь, как-то придумывать, как влог сегодня выгнать, чтобы завтра загрузить его. Ну что, с вами идем на губы? Без шуток. Сейчас, короче, я просто опять ничего не успеваю. Все сделаю, вам выйду, расскажу. Такие дела. Так, пришли. Опаздываю на 10 минут, ужас. Стыдно. Thank you.
девочки, мальчики, это пиздец. Я никогда не думал, что губы это так больно. Девушки, я просто вас уважаю, что вы это терпите, потому что когда мне начали делать, я просто лежал, и у меня из двух глаз лились слезы молча. От боли, это пиздец. Короче, вот губы. Ну, естественно, короче, опухлость пройдет, и будет все лучше. Я вам все дома поближе покажу, потому что они у меня болят. Вот, но... Блять, я даже не знаю. Видите, у меня верхнюю губу сделали больше, потому что у меня ее не было. Вроде нормально, слушайте, ну дома с вами глянем, расскажу подробнее. Все, еду домой, это у меня такой стресс, давно такого стресса не было. Так, ну что, я уже дома. Губы такие увлажненные, рассказываю по порядку. Я был у косметолога, вы видели в прошлом влоге, мне удаляли шрам, который нихуя не удалился, ну ладно. Потому что она мне сказала, что нужно минимум 10 раз все это делать, чтобы там хоть какой-то эффект был. Окей. И я в тот же день у нее спросил, что как бы хочется губки. В общем, проблема в чем? У меня вот тут очень забитые мышцы. Это нужно тоже решать. И вот эти губы, они у меня как бы внутрь. И запрос был о том, то, чтобы она мне их чуть-чуть расправила и как бы... чуть-чуть сделала больше, чтобы это было незаметно. На самом деле, если бы я вам не сказал, что я делаю губы, и у меня бы ушел отек, через 5 дней вы бы даже не заметили, что у меня есть губы, потому что практически ничего не изменилось. Изменилось только вот тут она вколола. Это было пиздец, как больно. Девочки, я не знаю, как вы делаете эти губы, девочки, мальчики. И, в принципе, колите себе что-то в лицо. У меня была анестезия 15 минут, либо 20, ну знаете, мажут и потом пленкой. Мне когда начали колоть, я вот так лежу, и у меня просто градом слезы от боли. Как понятное дело, что я не могу ничего говорить, и я просто идут слезы от того, что больно. Вот, короче, да, это был трэш. То есть первый укол по контуру, это был ад. А потом, когда она уже подкалывала там... мельпуськи какие-то, уже было не больно, потому что, видимо, не знаю, больно было внутрь. Я прям чувствовал эту иголку, это ужас. Выглядит вроде норм. Просто вот тут губы появились, потому что их не было, там просто были полоски. Вот, ну я вам буду показывать... Допустим, через 3 дня, через неделю покажу, как все это заживает. Вот, через неделю я еще иду на массаж. То есть она мне там что-то промассажирует, чтобы все отлично легло. Ну и просто посмотрит меня. Вот. Такие новости, как бы. Да, сделал губы. Что вы мне сделаете? Могу себе позволить. Выглядит хорошо, слушайте. Я вообще очень сильно боялся делать, потому что боялся, что мне сделают плохо. Я буду так полгода ходить, как дура, с этими губами. Но сделали все неплохо. Хорошо даже. Вот, поэтому я доволен, но не знаю, буду ли я делать второй раз, потому что это была адская боль, я что-то как-то не готов на второй раз, мне страшно. Это что касается губ. Все, на этом мои косметологические приколы закончились. Я, наверное, больше делать не буду, потому что пока вот сделали отлично и похожу так. А дело в клинике СТ Москву, вот тут напишу. Мне все очень понравилось, новая клиника, офигенные врачи, короче, все как-то так по-богатому. Причем цены нормальные. Вот, поэтому, если что, переходите, смотрите. Если вам что-то нужно сделать, а у меня распаковка. У нас очень давно не было во влоге распаковок. И вообще, я недавно понял, что я себе так давно ничего не покупал. Все время вот я сейчас коплю деньги на Америку, там потом еще куда-то коплю и вообще себе ничего не покупаю. Меня это задолбало. Я думаю, да мне нужна новая сумка. Взял и сказал. Я думаю, вы ее видели в интернете, эту сумку. Она очень классная. Сейчас я вам покажу. Такой вот пыльничок. Короче, выглядит она вот так. Смотрите. Это кожа, и это все вручную сшивается. Офигенчиком вообще. Знаете, в моем стиле мой цвет такой, немножко батешка Венета. Короче, мне очень понравилась эта сумка. Стоила недешево, но я попал на скидку.
скидочный день, то есть там день рождения этой сумки было, и поэтому 20% скидка была. И я купил. Короче, мне очень нравится. Там еще есть еще меньше размер и есть еще больше. Но еще больше, я думаю, мне некуда. Я, в принципе, хожу с такими сумками размера. Вот. Примерно точно такой же, только она немножко по высоте поменьше. Вот, буду ходить теперь модничать. Вообще класс. Потом, Настя наша с Вечности, поняли, из студии, она мне сделала подарок на день рождения. Точнее, она его сделала, и второй подарок просто не пришел, и она мне подарила только 2 дня назад. Как бы спустя 2 месяца после дня рождения. Боже, почему такие темные губы аж бесят, а? Вот. И это просто икона. Я сейчас ставлю. Вадим, я хочу вам передать привет от Анастасии. И пускай у вас в жизни будет все только самое хорошее. Виктория Кудесница поздравила меня с днем рождения. И Настя заказала у нее товары. Я думаю, вы все видели Викторию Кудесницу, эту икону. Такую вот свечку она мне сделала. Сейчас я покажу вам. Я еще даже сам не открывал. Соленая карамель. Ну, посмотрите. Красота. Зажгу ее. Не знаю, я обожаю Викторию Кудесницу. Просто она какая-то милая девочка. И я сам хотел заказать у нее свечки, когда она еще только начинала. Я на нее подписался, когда у нее, блин, 1000 подписчиков была. А сейчас уже 50 тысяч, если не больше. Вот, она мне написала, типа, сделаю под любой запрос. А я хотел просто выбрать из того, что есть. В итоге я забил, и вот Настя мне заказала. Так, это вроде клубничка, это мыло такое вот. Иди, розочки. Ну, милота. Ну, мыло мне, наверное, пользоваться не буду, я просто где-нибудь поставлю для красоты. Я просто не люблю мыло, которое нужно руками, я люблю жидко. Вот, ну а свечку будем с вами сжечь. Офигеть. Хочется Кудесницу позвать к нам на мастер-классы, чтобы она провела. Прикиньте, какой ажиотаж был. Просто трэш. Еще мне пришла посылка с Алика. Там на самом деле ничего интересного. Тут баночки для свечей. Для свечей. Вот. Еще я заказал какую-то кучу наклеек. Ну, типа, просто мы предлагаем наклейки, чтобы там на свечку приклеили, на баночку, либо с собой взяли. Так, знаете, комплиментик. Такие вот прозрачные с ромашками. Такие вот прозрачные с... Не знаю, чем. Я просто все набор сказал. Вот такие с цветочками тоже прозрачные. Еще с цветочками прозрачные. Вот такие классные. Мне они понравились, такие молодежные. Видите? Классные. Давайте посмотрим вообще, что там за наклейки. Просто не открывал их. Но вот эти классные, они прям такие. Ну да, вот видите, тут все молодежное такое. Я сейчас покажу. Mine will be okay. Love myself. И все вот в таком духе, короче. Классные наклейки. Вот, это вот наклейки. И еще я заказал себе вазы. Но эти вазы, конечно, меня уже все хотят убить. Потому что эти вазы ставить некуда. Но они такие какие-то прикольные. Такие стеклянные. Очень симпатичные. Это, знаете, пару цветков ставишь на стол. И вот такая вот эстетика. И сейчас покажу еще вторую вазу. Вторая вообще бомба. Такая вот. И вот так вот ставишь 2 вазочки, сюда цветочки. И очень минималистично и симпатично. Вот. Ну, собственно, все. Все это покупки. Больше рассказывать нечего. Вот, пишите, если вам что-то интересно про губы, расскажу. Либо я в телеграм-канале там все расскажу, тоже подписывайтесь. Вот. Мне сказали просто ничего горячего 3 дня, никаких бань, саун и мазать гигиеничкой. И все. Больше никакого ухода, сказала особо не улыбиться, не... Короче, просто разговаривать можно, но никак не трогать, ничего не делать. Ну ладно, все, короче, до следующего какого-нибудь кадра. Пойду немножко приберусь, там вещи постирал, нужно разложить. Все в таком духе. Все. Всех целую, пока. Спасибо, что были со мной сегодня на губах. Да, я уже не знаю, знаете, вот обычные влоги были, теперь да, я сделал губы, что потом? А потом ничего не будет, все, заговорился уж, пока.
Так, доброе утро, мы с Русиком по делам, сдать обувь в иконнику, съездить в Лайм. И вечером еще у Димы день рождения. А, еще покушать, да. Один синяк только на губе. Ну, вроде нормально, не опухший. Вот едем. Так, мы пришли на обед. Сейчас покажу, что заказали. У меня вот такое вот корейское что-то. Лапша с кальмарами и креветками. Рис. Это я не знаю что. Ой, рис, да. Такие вот закусочки. Хот-дог себе взял, да, на диете. Ну, у тебя как обычно. Рис с мясом и картошка. Ничего интересного. Ну, всё, приятного, апа. Да, я у тебя морковку заберу, всё. Нет. У тебя вот это есть, всё? Нет. Тогда вот это, может, заберём? Нет. Ну, дай вот это заберём. Ну, как обычно, берёт себе чуть-чуть, и потом у меня всё подъедает. Составку поставил? Да. Так, мы пришли домой, переоделись. Я вот иду в рубашечке, футболочке и в штанишках. Пипкина тут, там, повсюду. Ну все, собираемся, сегодня немножко оттопыримся на дорожке. Посмотрим. Kiss me, I can see you miss me. Пришли, вот такой вот сет-дизайн. Дима у нас подстригся. Решил не отращивать? Ну, пошла вон. Внимание, наша зона танцев огорожденная. Новый бар наш. Такой вот. Ну это не лицевая сторона, покажи с той стороны. Ну какая разница-то? Это бар и еще диджейский. Как надо было его перевернуть. Как? Неудобно. Пить-то все с той стороны ж будут. Да. Тут проектор поставили со всякими клипами. Вот стоит маленький наш. Ну и все, а тут пока ничего еще не выставили. Все пока так. А, ну вот, смотрите у нас. Кейтеринг. Так, что мне есть? Вот с икоркой буду. Вот эти тоже видны, вкусные. Какие-то пирожки. Ой, вот это моя коробка. Так. Ну все, я беру, пока. Наборчик такой, ладно, возьму одну, не три. Какая же там что-то сладкое. Ой. Ого. Очень мило. Ой, это из Италии, это компания. Ой, как клево. Падаю уже неплохо. Ой, класс. Пахнет вкусно. Очень вкусно, боже, класс. Ну, 3 утра, и что вы скажете? Ну, день рождения удался. 3 утра. Ну, мы начали, мне кажется, мы с обеда уже там. Так, всем доброе утро. Выхожу с вами на связь. Спустя 1 день после дня рождения. Губы зажили, все. Могу уже все делать. Короче, вот, оделся, принарядился. Сейчас едем за цветами. И у нас сегодня мастер-класс 10 человек. Или 11. Трэш! Вот, так что проводим мастер-класс. Может, потом где-нибудь прогуляемся, потому что погодка вроде ничего сегодня. Не знаю. И самое главное, что остался 1 месяц до Америки. Как бы жду, как просто уже ману небесную. И с сегодняшнего дня опять сажусь на диету. Ладно, все, остался месяц. Ну ладно, не на диету, так, знаете, немножко отеки убрать, знаете, чтобы как-то фоткаться. Вот, как раз потом подстригусь, сразу -5 лет, и, а то, смотрите, все уже просто опухаяло полное. Все, короче, одеваемся, собираемся, точнее, уже все, выходим. Давай,
смотрите, здесь просто, например, в случае ванильного бисквита я взбивала яичную массу 15 минут. То есть вы берете яйца, сахар и на высокой скорости миксера 15 минут взбиваете, у вас яйца превращаются в такую прям плотную, очень воздушную, светлую массу, увеличится в объеме там раз в 4-5, за как бы это объемно очень. Вот туда аккуратненько мы этапами вводим муку, но только не сразу прям много вакуум, потому что иначе у нас все упадет, все, что мы сбили. И лопатка как раз в силиконе очень хорошо аккуратненько вымешать. И все, здесь каких-то прям секретов супер нету. То есть самое главное, я вообще понимаю, нет, не очень сильно, вот такой прям плотный получается. И туда как раз мы добавляем разрыхлитель, потому что там мы масло не забываем, то есть мы тесто просто по сути перемешиваем. It's like I'm under your weather again. I'm mad about the clouds floating over my head. I love the way we talk about who nothing I are. Can I call you when I stumble and fall? Сегодня как-то у нас много цветов вышло. И розы, и тюльпаны. Тут вот такие. Тут вообще всякие разные. Калы. Вообще. А главное, цветочка покажите. На себя камеру разверните. Да нет уж, не надо. Короче, вот такая вот красота. Чики-пик все. Внимание, сколько мусора, я убирался в подсобке еще. А, вы. Сейчас я пойду выкидывать. И домой. Доброе утро. Я вот встал, сходил в душ, и сегодня хочу как бы с вами приготовить себе завтрак. Грязная тарелка. Побольше сделаю. Завтрак у меня будет простой. Овощной салат, так как я на детоксе. Первое, что я заказал, это помидоры. Такую вот заправку. Ну, заправку, в смысле, кинуть в салатик. Авокадо. Огурцы. И еще у меня в холодильнике перец. Так что сейчас мы это все быренько помоем. Делаем с вами салатик. Поедим. Что потом? Потом поедем с Русиком по делам и вечером на съемку. Ну, я за компанию буду делать просто влог сидеть. Вот. Ну, вроде вот. 4 помидорки, 2 огурца, 1 перец. Моем. Вообще, я хочу купить салатницу, потому что я делаю в обычной тарелке. Это типа, ну, как салатница, но хочется что-то красивенькое. Вот, так что давайте с вами нарезать салатик. Блин, я даже не знаю, знаете, обычно все люди вот так вот, мне, кстати, удобнее резать не вот так вот, а вот так вот. Быстро и четко. Обычно все люди, когда готовят, что-то рассказывают. Что рассказывать? Вопрос, не знаю. Уже меньше, чем через месяц. Мы едем в Америку. В следующем влоге подробнее расскажу, какие даты и так далее. Думаю, что хочу себе там купить. Думаю, может, мне нужен какой-нибудь новый объектив. Либо что-нибудь, знаете, такое. Вообще, хочется какую-нибудь сумку классную, брендовую. Ну, с курсом доллара и, в принципе, с этим, я не знаю. Мне понравилась новая Balenciaga. Ну... Цена как бы там просто неадекватная, $4000. 400 тысяч рублей, блядь, за сумку обоссанную. Обойдутся. Купим что-нибудь подешевше. Угу.
или в какие-то токи? Я решил заняться криптовалютами. Ну, как заняться? Немножко узнать про это. Потому что мне кажется, как-то будущее там. Поэтому я вот смотрю интервью про криптовалюту. И надеяться, что вот ты успел зайти, а дальше он вырастет, и ты его продашь. Ну, вот эти варианты, как я сказал, они очень сильно рискованные, и никогда не надо думать, что вы умнее рынка. Uh-huh. Рынок всегда будет умнее. И сейчас будут уходить и, грубо говоря, закроются об тебя. Поэтому, если ты не разбираешься, если ты не знаешь, что это токен, не надо туда лезть. Точно так же NFT. Если не знаешь, если не доверяешь проекту, если ты его не изучил, не хочется, не надо заходить туда. То есть с высокорисковыми надо быть очень осторожным. Woke up to see the sun staring in my face. I won't go back to bed this time. I've been dreaming about it. И в один момент кто-то закроется от тех, кто приходит, и он полетит вниз. Ну, то есть нигде не используется, кому он нужен. Смотрите, как можно удобно почистить авокадо в салат. Мы нарезаем пополам, потом ножом проводим вдоль, поперек, подцепляем ложкой, все, кубики уже готовы. Очень удобно и быстро. Не нужно вот это вот выкладывать на доску, пачкать ее вот этим авокадо, блядь, размякшим. Не помню, где я такой лайфхак увидел, но он реально рабочий и очень удобно. О! Это мы сейчас сверху еще добавим салатик, соль, перец и оливковое масло. И все, и просто вкуснота, такой завтрачок. То, что я рассказывал про кошельки, не кастодиальный кошелек, от которого у тебя есть сид-фраза, а не кастодиальная банковская карта. Мне кажется, это мы придумали. Первый блокчейн, на котором будет пилотный запуск, это Дон. Далее мы планируем сделать, ну, наверное, я надеюсь, что получится расшириться и добавить в эфире, там, допустим, USDT тот же самый. И поэтому, например, поэтому все... Все, хватит. Ну, смотрите. На заставку видео. Ну все, должно быть вкусненько. Реально, топово. Все, ребят, пойду кушать. Спасибо, что провели со мной утреннюю 5-минутку. Махайте в камеру. Спасибо. Так, ну с Русиком закупили самоцвет, ой, сухоцветами ему на съемку. Внимание, этот мешок вышел 7000 рублей. Просто, блядь, сухое с поля все. Триш. Загрузились. Ребят, мы с Русиком пришли, внимание, в Тануки. Такой необычный выбор заведения. Там вообще-то бабушка сидит за ним. Я вообще обожаю такие рестораны. Я еще с детства любил. Помните, такой ресторан был в Питере. Я не знаю, был ли он в Москве. Назывался «Две палочки». Был. Был? Вот. Тоже суши. Я его просто обожал. Мы постоянно туда ходили с родителями. Но он закрылся где-то лет 6-7 назад уже. Поэтому вот осталось только Тануки. Вот. Якитори. Ну я якитори никогда не видел. Поэтому мы вот с Русиком пришли на обед. Сейчас покажу, что я сказал. Диетическое. Спасибо. Так, у меня первое. Лапша с морепродуктами, 400 калорий. Шашлычок из кальмара, 100 калорий. И вот такой вот опаленный лосось с угрём. Тоже калорий где-то 300-400, по-моему. 400. У Руслана поки с лососем, и ещё салатик будет. Ну как тебе? Вкусно? Ну, ан, пробуем тогда. Санскрин. Так, мы пришли уже на съемочку. Вот. Не втюкси, урод. Все, ну пока с Русиком. Сидим тут. Бедная лосыница. Наоборот, все работают, мы отдыхаем. My life is pretty boring.
Всем приветики. Сходил в магазин своей новой сумкой. Второй раз выгуливаю. Да, до магазина, около дома. Купил себе курицу. Не знаю, что еще с ней сделаю. И фунчоску. Такое диетическое. С утра у меня был салатик, вечером такое. Ну, днем. Я решил не есть перед сном. Как бы, что и всем советую. Вот, хотел вам рассказать то, что я купил утюг себе. Сейчас вам покажу вам. Вот такой вот тефалька. Алло, алло, да-да. Такой вот, да. Потому что мне надоел отпариватель, потому что он ничего не отпаривает. Я решил по старинке утюгом. И на Валбрейс заказал себе какую-то дешманскую доску для глажения, как называется, доска. Ну, поняли. Вот, так что сейчас заделываю влог. Потом гладить, убираться. У меня сегодня выходной. Вот, так что спасибо всем за просмотр этого влога. Следующий выйдет уже совсем скоро, поэтому не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки, там все дела, вот это, короче, все. Все, всех целую, обнимаю. До встречи с новыми.